Давай договоримся. Не-не-не-не-не, давай договоримся. Медовая кошка, это понятно. Нет! Нет, быстрей! Быстрей! Всем привет, ребят, с вами снова я, Мистер Хэт, и добро пожаловать в Poppy Playtime продолжение. Аллилуйя, наконец-то продолжаем. Спустя несколько... Сколько? Месяц целый! Я месяц целый не снимал Poppy, пипец я просто. Что я делал до этого? Мы прошли с вами Musical Memory, мы вошли с вами в Вакаваги. Вакаваги, да. Поезд куда-то пропал. Падла. И сейчас мы... Ух, идем в статую. Я вообще... А я вообще начал снимать? Так, бежим. А что, сюда нельзя? Так, я надеюсь, что-то страшного тут не будет. Ну, кроме вот этого пса. Опять загадки, да вы смеетесь. Ну, собачий голос, согласен. Так. И чё? Может, открылась вот этот проход? А, да. Даже ничего вот из этого не надо было делать. Так. Так, а что это за комната-то? У Димуха. Welcome to statues. Статуя? This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. The rules are simple. Но это не так просто. Lights off. Move. А. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. You may move again once the lights turn back on. А, когда нету света, мы должны двигаться. Блять. Давай двигайся. Двигаться. Good luck, да. Это, песик, привет. Привет. Господи, что за смех мой? Я дурак? Привет. Так грустно. Вернуться. Мне, я не двигаюсь, просто потому что мне страшен вот этот пес. Потому что то, что двигается, иногда страшно, а то, что не двигается, это вот... Быстрее. Я обосрался от этого пса. А что я должен был делать? Просто стоять и ничего не делать? Пипец. Быстрей! Давай быстрей! Я не хочу...
Медиум, давай быстрей! Там пес! Быстрее, 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 там пес! Там пес! Там пес! Я слышу его маленькие хашашки! Давай быстрее! И он идет! Он идет! Быстрее, 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 быстрее! Почему? Почему нельзя? У меня сердце колется! Он рядом! Он рядом! Да почему нельзя? Вот вопрос. Опа. А что я сделал? Я и умер, но что-то сделал. Isn't he wonderful? Я не могу сейчас, у меня просто... У меня сердце сейчас колется. Пожалуйста, не сначала. Да, пипец. Бля! Я понял. То есть, когда мы двигаемся днем, но когда свет, он быстрее. Блять, я это понял. 8 гребаных часов спустя. Давай быстрее, блин. Он рядом. Он же рядом. Ну давай. Он же рядом! Блять! Дайте мне успокоиться, у меня сердце болит. О боже! Мы прошли! Пожалуйста, игра, скажи, что уже мы прошли, я... Ух, я... Нет. А куда нам? Нам вперед? А куда? А, вот куда! Так. Чё-то мне кажется, мы огорчили нашу мамочку. Мама зла очень. Да знаю я то, что зла. Поэтому я бегу отсюда. А у меня сейчас сердце прям как колется. Я потому что я хочу просто пройти эту игру. Ой, все, сейчас мама злю я. Так. Сюда нельзя.
Значит, наверх. Так, ну это нельзя. Это что? Water treat me. B2. Так, стоп, минутку. Временная пауза. Продолжаем. Я, честно, я сейчас посикал, попукал, покекал. Не знаю, зачем я это вам говорю. Просто для того, чтобы вам сказать то, что я... Ох, чтобы успокоиться. Так. Ну, Game Station, Ray и вот это я понял. Нам, видимо, в ту сторону. Ага. Ага, это еще одна загадка, где мы должны вроде понять. Погоди-ка. Ну за нами, наверное, сейчас никто не будет гоняться, видимо. B2. Это 2. Ой, блин. A few moments later. Не знаю, может так сойдет? Не, а чё бы нет-то? Вот так вот. Что вам... Бля, понятно. Может как-то так? Ага. Окей, я кажется понял, как это надо делать. На 90 градусов. Я просто орнул от этого всего. Так, ну вот смотрите, сейчас вот... Фу, сейчас что у нас? Ну мы прошли сюда. Нам сюда что-то надо положить, потому что сюда, туда мы не пройдем. А сюда надо как-то пробраться. То есть вот это мы уже сделали. Осталось нам... Ох, еще одну штучку сделать. Я забыл, какая кнопка отвечает. Ну давайте это. Я вас понял, спасибо. Нет, надо. Вот. Вот, Рейтон, все работает. Rotation 90 работает. Все отлично. Значит, я так понял, надо что-то туда положить, а это что-то находится там, а потом надо пойти туда. Мяу, 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 медовая кошка, это понятно. И что надо делать? Что-то тут нифига не понятно как-то. Типа... А, я, кажется, понял, что надо делать. Мы, видимо, должны сделать так. Ага. Ага, я понял. Так, вот так. Так, где это? Вот тут. Я понял, надо, видимо, как-то так сделать, чтобы...
Отлично. Надо, видимо, сделать так, чтобы... Что делать? Так вот эта кнопка-то зачем? И зачем оно мне? А, я, кажется, понял, что надо здесь. Все, все. Значит, мы это сделали. И, видимо, то, что у нас снизу... Так, нет. Самое, опустись пониже. Мы же взяли игрушку, а поэтому нам надо вон туда. А чтобы пойти туда, надо вот эту перелеснуть туда. 90 градусов. 90 градусов. Еще 90 градусов. И еще 90 градусов. Надеюсь, сзади никакой хуйни не будет. Ух, так. Так, что-то страшное. Нет, тут ничего. А тут что? Погоди, а что, если я пойду в ту сторону? Мне интересно. Мне, ребят, просто интересно. Тут ничего. Ну, точнее, там, наверное, продолжение. Ух, я. Угу. Красная штучка, брючка, прибаучка. Знакомая музыка, но страшная. Здесь она страшная, ребят. Блин, она здесь реально страшная чутка уже стала. Наверное, во-первых, потому что я хочу просто уже пройти эту игру, а не просто, чтобы так вот прошел чисто. Может, тут где-то... Ой, да господи-то. Нормально. Тяжело. Ну, прокекали. Вот это. Где красная кассета? Тут она должна быть где-то. Да, блять, ладно. Но, блин, а где красная кассета? А, может быть, она в начале? Не тут, а... Ага. Может быть, где-то в начале самом, не знаю. Может быть, где-то тут она спряталась? Не, видимо, нет. Может быть, тут? Кстати, возможно. Фиг ты ее найдешь, конечно, когда, блин, повсюду вот такое все. Ладно. Фигушки на эту кассету. Потом найдем. Ой, единственное, что я понял, так это нам надо... Так, может быть, тут ее нет? Да нет, вроде. Наверху вроде тоже нет. Thank you.
Я дурак. Я паршивец, я дурак, малолетний кавардак. Мы так и не нашли кассету. Не, блять, нет. Да. Блин, это сложно. О, где эта кассета? А, я забыл, мы можем шифтить. Ну, точнее, катерлить. Так, а теперь быстрей. Успел. Только где это красное, вопрос? Только где это красненькое-то, алё, я не понимаю. Чё-то непонятно вообще. Искать кассету. А, вот она. Да ладно. Во, все. VHS tape. Давайте посмотрим, что на этой кассете. Ой. Рука мамы. Удлиненная. Нам уже намекает то, что она длинная будет. Большой паук. Playtime Corporation wants me to remind you all that spiders that big do not exist, and that if they did, они разрабатывали большую мамочку в виде большого паука, что ли? Regardless, you can all rest assured the company is sending some specialists down here to have a look around and relieve the constant whining. Complaining seems to be everyone's primary contribution to this company. It's just a spider. You are all safe. Please. Please carry on with your jobs. Там что-то говорилось про большого паука. Ну это понятно, они хотели разработать большую маму паука. Мамочка паук. Блять! Куда я упал нахуй? Нет. Пожалуйста. Нет. Я не хочу туда. Я не хочу туда. Я знаю, что там будет. Блять! Стой, 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 стой! 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 Я! Блять, я обосрался! Стой! Погоди! Погоди! Последняя игра? Я люблю игры, да, только не такие игры. Блять! Она не сказала ван. Она не сказала ван. Ой, погодите. Дайте успокоиться мне. У меня сердце болит. Так. Пожалуйста, не повторяйте историю с Хаги. И? Чё? Чё дальше? Б2? Желтая, синяя, зеленая. А тут-то что? Тут-то как, блин?
А. Первое правило — всегда смотреть вверх. Так. Первое — это красное. Так, первое — это красное. Окей, запомним. Второе — синее. Третье — зеленое. Последнее — желтое. Так. Красное, синее, зеленое, желтое. Красное. Красное, синее, зеленое, желтое. Да. Беги, беги, беги. Пожалуйста, она же не появится где-то за углом. Нет. Блядь! О, сука! Блядь! Нет, нет, стой, 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 стой! Давай договоримся. Нет, 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 давай договоримся. Давай договоримся. Я не могу, я останавливаю, ладно. Блять, нет, пожалуйста. Я сейчас очень устал. Блять. Сука. Бляха. Шестерню какую-то надо. Так, она же не появится здесь в любую минуту. Так, что, что у меня? Шестерня. Еще одна шестерня. И что не так? Ну? Что не работает-то? А, пипец. Блять. Погоди, 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 мама. Погоди, мамулька. Она ушла? На счет три. Раз, два, три. Эта игра может напугать, ребят. Если... Блядь! Сука! Нет! Стой, 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 стой. Стой, 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 стой. Мамуль, давай поиграем по-честному. Давай по-честному поиграем! Подожди. Быстрее! Давай, быстрей! Это напоминает мне Бенди уже. Это пипец как сложно. Пипец как страшно. Похуй, похуй, быстро. Сюда нельзя. Куда? Быстрей! Фу. Вот это адреналинчик.
Я вижу ее! Нет! Нет, быстрей! 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 Нет! 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 Вот это да, конечно, блин! Вот это догонялки! Что там мне, я не сговорил? Игра не страшная? Да пипец как! Ой, у меня сердце аж колется. Сука! Она там. Давай, не отпускай, я не отпускаю, я не отпускаю, я не отпускаю, я не отпускаю, я не отпускаю. Я лох, я чмырь, я ёб. Давай, 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 быстрей. Быстрей. Ну же, давай, быстрей. О, тихо. Давай. Зажимай. Да. Да пошла нахуй. Что ты сделал? Ты... Она что-то говорит. Уф. Что это? Что это? Ты что? Ну нахер. Отец. Ну нафиг. Ну нафиг. Ну нафиг. Короче, я просто хочу пройти эту игру. Вторую часть эту, все. Мы сколько там уже? Фух, но моей мамочки больше нету. И слава богу. Ай, как лагает. Так, это не работает. О, тут кто-то. Ой. Log code 08502. In relation. 1-0-0-2. Эксперимент 1-0-0-6. И вот эта рука, которая маму засосала. Ну, маму, которая взяла. Камера... Security, что-то еще. Я что-то не понял, но тут, кажется, рассказывается уже про другой эксперимент. То есть, если прошлый эксперимент был, наверное, про Хаги-Маги, то на этот раз был эксперимент, наверное, какого-то другого монстра. Или нет, погоди, в конце там показывали другую руку. Неужели это показывают только... Так, все, это уже интересует. Хаги-Ваги. О, 1-0-0-7, Хаги-Ваги, во, все. Там что-то говорят про Хаги сейчас. То есть эксперимент 1-0-0-7 это Хаги-Ваги, или же как там? 1-0-0-8 или 7, не помню уже. Фух, ну, короче, там куча экспериментов. Блять. Game Station. Вот паровозик. Погоди, а мы же не получили дополнительную карточку. Ты тут? Пипец. Да. Good. Хорошо. Я ждал тебя в поезде, да. Вернись живым. Погоди. 1, 2, 4, 3. Вот это я не знаю лично, что.
А что они делают-то, я не понимаю. Короче, ребят, переведите как-то, я не знаю, лично. Может быть, после видоса как-то переведу. Еще одна какая-то. 20 years from mommy long legs, the train 8 mm long. Тут какая-то характеристики, что ли? Так, а это чисто для декорации, что ли? Не понял я, конечно, ну ладно, так. Мы точно можем спуститься по этому? Ладно. Я не смотрю. Я не смотрю. Я не смотрю. О, поезд. Миленький поезд. Нет, ну хаги-ваги нету. Мамы длинных ног нет. Ух, так. О, ну ее нету, так. Первая кролик. Так, ага. Дальше. Красно-желтый. Погоди. Красно-желтый, красно-синий. Красно-желто, красно-синий. И 1, 2, 4, 3. 1. Не меняется как-то. А, погоди. Погоди, 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Все! Все? Да ну. Я прошел? Я прошел вторую часть. О. Все. Теперь я доволен. Конечно. Не знаю, куда мы едем, но, наверное, в далекое будущее. Ух, это было долгое путешествие, конечно. Мы прошли за две части. За две серии мы прошли все это. Ну да, ну да, пошел я нахер. А что это там наверху показано? Что означает стрелка вверх? Только не говори то, что... О, ну... Ты спас меня. Ты идеален. Извини, но ты... Что? Она предала нас! Ты охренела! Вот такого предательства, да, спасибо! Пец. У меня мурашки по коже. Погоди, а я вообще снимаю? Пипец. Предательница. Что? Что? Это не нажимается. Вот это зачем? Чё? Вот это нажимай. Что? Что мне делать? Ой, стой, остановись! Как выбраться? Это, походу, конец. Извините, ребятки, но это, кажется, нам пипец переходит. В самое... Как мне нажать? Я не могу! Оно не нажимается. Давай. Давай. Остановись, поезд. Нет, куда? Пипец. Вот она нас предала. Вот сучка. Бля, только не говори то, что это еще не конец. Chapter True Flying Web. Закончено.
Аллилуйя! А, нет, погоди, нет, я помню. Мы прошли. Мы прошли с вами вторую часть, ребят. Это пипец. Надеюсь, я успею это смонтировать до сентября где-то. Ну да, пошел я нахер. Такие эмоции, разве что, не передать словами. Ой, у меня во рту пересохло. Ох. Что ж, ребят, ждем с вами третью часть, так, да? Ну, я так понял, вам нравится Puppy Playtime? Наверное, вскоре будут эксперименты с этими. Я, наверное, буду проходить другие игры до этого. Мне надо вопрос-ответник еще выпустить, а я так его не выпустил. Но это было прикольно, ребят. Игра стоит своих свеч. И даже то, что она вышла до FNAF Security Breach, это, наверное, насрать. Все равно бы ее заметили, как бы и Among Us тоже. Ну, блин. Это великолепная игра. Ой. Ну что же, ребятки. На этом я с вами прощаюсь с этой игрой временно. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Также подписывайтесь на наш Discord-сервер. Ну, точнее, присоединяйтесь на Discord-сервер Кристалл, чтобы с нами играть по майну. Вы меня там встретите, поговорите со мной. Всех люблю, обожаю. Ну, а с вами я не прощаюсь. Всем удачи и всем пока. I'm gonna turn it up and then I'm gonna take it down.